Еще тяжелее, вы не поверите, но Рождество придется норвежцам, которых официально лишили Санта-Клауса. Его норвежская почта превратила в гомосексуалиста. Это не шутка. Всякого говна я в своей жизни повидал. Но даже вот этой херни не было ничего. Если бы я знал, что мне придется возиться, я бы давно покончил с собой. Ты можешь сказать, что я ничем не лучше. И я должен сказать, ты прав. Но начинать сначала уже поздно. Смешно получается. Охуенно смешно. Я и фиг так летал с Истанбулом. Все, я камеры сам не знаю. Тьма поглотила чувака темнее, чем в жопе черного мустанга безлунной ночью в прерии.